Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Ребят, всем огромнейший приветик, а с вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Teardown. Наши разрушения продолжаются, мы продолжаем разрушать всевозможные здания, постройки и сооружения, ну а также продолжаем смотреть на всевозможные модификации. Я надеюсь, что вам понравится этот видосик, точно так же, как понравился предыдущий, поэтому ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо. Я добавил огромное количество модификаций, всякие пушки, друзья, всякие карты и так далее, сегодня мы на это посмотрим, как я уже сказал, и начинаем мы сегодняшний видосик с вот такой пятиэтажки. Обычная наша вот такая русская пятиэтажка, которая, наверное, есть в каждом городе, блин, в русском, куда бы ни приехал. Абсолютно везде можно найти что-то похожее. И давайте попробуем сегодня начать с ее разрушения, используя новые пушки. Например, я добавил пушку Railgun. Кто смотрел мои ролики по Гаррис Моду, знает, что там мы стреляем иногда с мощной пушки под названием Railgun. Так вот здесь, друзья, в Teardown тоже есть Railgun, он, конечно, выглядит по-своему, но, по идее, это должна быть мощная пушка. Ну что ж, давайте выстрелим. Надеюсь, все готовы, друзья. Railgun. 3, 2, 1. Что-то он там загружается, как будто бы. Уу! Стоп! Я чё, насквозь дом пробил? Ха-ха-ха! Вот вам и Railgun! Нифига! А ну, стоп! А ну, подъезд давай! А ну, кто там в падике семечки клюет? Кто там семечки лузгает? Нифига себе! Просто здание насквозь! Что? Давайте вот для сравнения возьмем, например, я даже не знаю, ну какой-нибудь супер ход райфл. Посмотрите, ребят! Она типа пробивает хату, да и все! А Railgun пробивает целый тоннель, блин! Чего вообще? Ну вот шотган, он тоже мощный. И нифига он так сильно не пробил. Мы этим рейлганом можем вообще здание уничтожить, насколько я понимаю. А ну-ка, у меня есть, ребят, еще, конечно, тоже прикольная тема. И называется эта тема миниган. Поехали. Ну, слушайте. Миниган тоже мощный, но мне кажется, с рейлганом ничего не сравнится. Хотя, смотрите, миниган тоже фигарит. Ничего себе! А ну, давай, сейчас здание разрушим. Поехали, друзья. Если у кого-то сейчас во дворе падает здание, я прошу прощения, ребятки, потому что это я. Я занимаюсь разрушением вашего здания. Это я. Сейчас я полностью его уничтожу, сейчас я полностью его сломаю, ребят. Я прошу прощения заранее. Так, ну и посмотрите, что у нас получилось, ребят. А что это у нас тут такое происходит? Я не понимаю, кто занимается разрушениями? Конечно, Овер. Так, но тут у нас на чем-то держится еще, на каких-то соплях. Надо добить перекрытие. Упадет? Нет, ребят. Миниган просто невероятно мощный, блин. Просто капец. У нас в центре вот стеночки держатся. А ну давай. Сейчас все, друзья, разрушим. Ну, и что, он не падает? Блин, потому что в центре, вот. Да, доламываем, ребят, хату. Пошли доламывать ее. Я думаю, сейчас получится. Он, оно падает, нет? Блин, я боюсь, что меня оно прибьет просто. Как я опасно сейчас все делаю. Как я опасно все делаю? Ну, на чем оно держится? На воздухе? Эй, здание, ты что не падаешь? Подождите, а что держит его? Я понять не могу. Мы уже все разрушили, а его что-то держит. А ну! Это что за обман? Вот он, ребят, русские строили. Видите, вот, это наши технологии. Это левитирующее здание. Но оно не падает, ребят, все. Нет точек соприкосновения с землей, но оно стоит каким-то образом. Я не знаю, как, правда, но оно стоит. У нас, кстати, есть лазерный меч. А ну-ка. Ой, аж лай. Ой, лай. Так, ну меч, я думаю, надо на чем-то другом протестировать. Тут не особо понятно. Ну давайте бомбами закидаем еще. Но оно же должно упасть, ребят. Оно должно упасть рано или поздно, нет? Эй-хоу! Новый год, фейерверк, салют, народ, выходи погулять, выходи потанцевать. Короче, ребят, все походу. Вот так вот, не упало здание, но поразрушали мы его, конечно, эпично. И что у нас тут? А вот такие результаты, ребят.
Как после бомбежки, блин, а это всего лишь овер пофанился. Ладненько, погнали дальше. Ну и как я обещал, ребят, в предыдущем ролике у нас тут новый монстр Тревора Хендерсона. В прошлый раз у нас была Великая Мать Мегафон. Ну а сегодня у нас, конечно же, непобедимый, неповторимый, разрушительно прекрасный, красивый и неуловимый, самый мощный, самый суперпуперский. Встречайте! Трейн Итер, поезд-пожиратель. Офигенно, ребят, выглядит просто как настоящий, просто вот как будто взяли из реального мира поезд-пожиратель и добавили в Тирдаун. Ну и давайте попробуем, это еще не просто монстр, это у нас как машина, ребят, мы можем ездить на нем, по идее мы можем даже разрушить этот домик. А ну поехали! Все! Вот вам, друзья, и поезд-пожиратель! Вот это я понимаю прикол! Вот это я понимаю приколяс! Кстати, ребят, если кто из вас знает, как вот, например, этот поезд-пожиратель добавить на другую карту. Я что-то пробовал, у меня не получалось. Например, я бы хотел поездить по России на этом поезде, да, в русском городе, поразрушать русские наши города, русские дома, но я почему-то не смог его закинуть, никак. Может, кто знает всякие читерские способы, ну давайте попробуем его разрушить. Эу! Эу! Поезд-пожиратель, ты будешь разрушаться? А чё он такой прочный? Ну-ка, давайте ему закинем внутрь. Воу-воу-воу-воу! Ну, слушайте, разрушение идет его? Я не понял. Да, он разрушается, походу. Или нет? Ха-ха! Слушайте, его что, не взять? Не-не-не, вон там он, ребят, разрушается. Он весь почернел уже. А ну-ка, давай, рейлган. Сейчас мы его рейлганом, этот поезд-пожиратель. Я уже не вижу даже этого, машиниста этого. Слушайте, его что, не взяло? Оу! Ха-ха! Ты что, поезд-пожиратель? Ты что, офигевший, блин? А как его убить? О, вот так вот, ребят. О, Дуралей Овер удалил мир. Ну, и такое, ребят, бывает. Тут как бы у меня столько модов накачано. Мало ли, что тут какое делает. Так, давайте термитной пушкой. О, поливаем. Термоядерная пушка. По-моему, его не взять, друзья. Вам так не кажется? По-моему, он бессмертный из-за того, что это машина. Ну да, вот здание разрушается, а сам поезд-пожиратель не так хорошо. Единственное, бомбами мы его там чуть-чуть подразрушили. Ну смотрите, мы просто хату. Вау, и я съедаю хату. Я просто ее съедаю за поезд-пожиратель. А ну. Вау, все, нету хаты. А ну, мы если вниз упадем, что будет? Нифига он дрифтит. А, там, блин, край карты. А как назад? А, вон там что-то у нас отвалилось. А как? Смотрите, ребят, забавно, он может это, бочком валить. Оп! Оп! Поезд-пожиратель! Закладываем угла! Дал-дал! Дал-дал дома? Нет! А где? А дал-дал ушел! А я думал дома. А я думала сова. Офигеть! Вот это поезд-пожиратель! Фу! Ну, ребятки, кое-что я все-таки умею. Смотрите, я добавил просто много домиков сюда, чтобы было повеселее. Сейчас мы попробуем за этот поезд-пожиратель схавать все эти избушки. Чья избушка, друзья, пишите в комментариях, кто живет в этих избушках из вас. Посмотрим, чьи дома я сейчас разрушу за этот поезд-пожиратель. Ну что, подъезжаем. Вот так выстраиваемся. Специально оставил здесь место побольше, чтобы разогнаться. Так, поезд-пожиратель, ну я думаю, хватит места. Ну что, поехали. Первый дом пошел, второй, третий, четвертый, пятый. Давай, поезд. А как он, кстати, я только сейчас понял, это поезд-пожиратель, а рельсов-то нету. Как он гоняет? А вот и не едет больше. Что-то нашему поезду не хватило силенок, ребят. Видимо, маленький разгончик я взял. Но я думал, хватит сил. Но давайте попробуем еще раз. Так, давай назад максимально. Вот, отъехали. Ну и до свидания. Ну ладно, давай сейчас поехали, попробуем разрушить. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, там восемь, девять, десять, по-моему. Не хватило чуть-чуть, но в этот раз мы уже прям неплохо. Можно со второй попытки, мы разгоняемся, и сейчас дубль два, второй заезд. Ха, накормим поезд-пожиратель до полного отвала башки. Слушайте, ну его реально просто не остановить, ребят. Вот это лайк за этот поезд-пожиратель. Просто лайкусик, блин, офигительная постройка. Автору просто респект, это просто невероятно. А ну. Ну-ка, давай его сейчас попробуем взорвать. Ну, что-то не взрывается вообще. Хоть я и, ребят, мощными штуками его закидываю. Ну и самое, наверное, мощное, это вот этими моего. Оу-оу-оу, смотрите, почернел весь, блин. Нифига себе, давай, поезд-пожиратель, получай. Под него еще позакладываем.
Ну, в общем, друзья, вот такой вот монстр Тревор Хендерсон. Надеюсь, вам он понравился. Я сделаю небольшой спойлер. У меня есть еще один монстр Тревора Хендерсона, но это будет на следующую серию, если вы, конечно же, захотите. Ну и погнали дальше. Ну а здесь у нас выживание против огромных титанов. Вы только взгляните, блин, это реально безумные титаны, какие-то огромные. Ё-моё, как он на меня нападает. Так, погодите, мне надо срочно взять рейлган. Я считаю, мне нужен рейлган, чтобы отрубать им головы. Офигеть, вот это уровень. Я, короче, ребят, как понимаю, нам здесь нужно просто уничтожить всех титанов и выжить, а они гонят на нас. Братуха, ты куда, блин? Какой-то рейлган. Давайте лучше миниганом попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, не подходите. Не подходите ко мне, не надо. Не надо. Слушайте, ну надо рейлганом попробовать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! И... Фу! Минус голова! Нифига я его просто зафигарил! Так-так-так, давай-давай! Что, не ожидали, что я приду на бой к вам с рейлганом? Ё-моё, ребят, какие они мощные! Так, давайте отсюда с крыши подстреливаем. Так, вот он там. Вот они, титаны, выглядят жестко. Красиво, кстати, какие-то мужики, блин, голые. Нифига себе! Ну, рейлган против них... Не слишком мощное оружие, потому что они успевают, друзья, уворачиваться, пока у меня там разогревается рейлган. Ай, задели! Кто? Убили! Я даже и не понял, как меня зафигарили, там вон титан уже один летает, короче. Я, как понимаю, укрываться в зданиях нет смысла, надо просто с ними сражаться, но давай вот такой штукой. Да куда ты там сзади, блин? Слышь, подходишь, а ты? Нифига себе, вот это атака титанов, ребят. Так, вот у меня машина, я поехал. Все, не-не-не, не догоните. Нафиг надо, ребят, сваливаем. О, уходим. Просто, представляете, вы сидите, смотрите видосик или играете в игры, и у вас в окне вот такие титаны. И вам надо выжить. Я бы первым делом, блин, сел в машину и уехал бы просто во свояси, вот как сейчас. А ну давай в него. Бам! Ой. Че-то, мне кажется, он меня уничтожил, нет? А ну-ка, давайте, термоядерной пушкой. У-ху! Титаны сгорают. Нифига себе, я их уничтожаю. Боже, какие лаги у меня. Титан идет на меня, но я его лазерной пушкой термитной. Термоядерной, супермощной. У-ху! Давай, титанчик, получай. Нифига, у них прям еще такое ощущение, как будто кровь сделана. Видите, я их фигарю. Они как будто кровью потом истекают. Вот это мощь. Вот это сила, вот это грация. Куда, братуха? Давай назад. Ой-ой-ой. Ой-ой, сзади, сзади, сзади. Боже, я не знаю, ребят, их слишком много. Мне никак вообще не выжить. О! Я понял, я могу их удалять. Так, но это не весело. О, я могу взрывать их издалека. Клик-бомб. Смотрите, какая у меня есть классная пушка. Вот это прикол. Ну, давайте всех титанов, ребят, взорвем. С помощью этой штуки. Бам-бам-бам. Титаны получают по голове. Нифига. Я дурак. Слушайте, а это действительно прикольная тема, что можно прям издалека вот так взрывать их. Конечно, лаги прям лютые потом после этого, но вот таким образом... Мы всех титанов можем зафигарить, абсолютно всех, смотрите, они просто в шоке, типа, что происходит? Это что, бог? Это что, овертайм? А это я, ребят, с помощью вот такой приколюхи фигари, это, конечно же, тоже модификация. Просто минус лицо у него, минус харя, минус моська его, там он то гуляет, до свидания. Капец, я, походу, всем им по головам попал уже. Точно у всех головы послетали. Все. Вот там еще один с головой. Блин, офигеть, все, я убил всех титанов. Оказывается, не так сложно, если найти правильную пушку. Вот и все. Титаны повержены, друзья. Мы вместе с вами победили всех титанов. Я вас поздравляю, блин. А здесь у нас какие-то горки. Насколько я понимаю, это мы здесь скатываемся на машинке просто по смертельным спускам. Вот такой у нас семейный, блин, грузовичок, дом на колесах. А, нет, или какой-то грузовичок. И, насколько я понял, нам надо как-то вниз съехать. Ну, поехали. Погнали, газуем. Не уехали. Может, как-то можно добавлять, ребят, машины свои на карты, но я пока что не понял, поэтому будем пользоваться стандартными. Так, давай, поехали. А, ну вот, надо было каскадерскую тачку брать. Ну что, погнали. Вот так, объезжаем. Тут дамаг, подстава. Просто подставили, ребят, просто подставили.
А еще у меня есть подозрение, что, похоже, можно было съезжать не просто со спуска, а прямо ехать, прям вот так, чтобы максимальное разрушение. Вау! А, ну такое, далеко не уедешь. Ладно, мы сейчас попробуем, конечно, на этой машине. Выравниваемся, выруливаем, во! Вот теперь поехали! Ну что, ребят, все, походу! Походу, хана! Давай! И прям вниз, и прям в дом! Ну, что-то такое, друзья, знаете, я думал, тут мы сейчас, блин, все поуничтожаем там и все такое, блин. Так, давай, бомбы, помогайте мне. Бомбы, блин, как мне вылезти отсюда? А, конечно, вот так, сейчас. Оп! Все, прошли. Тут есть танк, блин, тут есть какие-то еще машинки, но я так и не понял, блин, в чем вообще суть, в чем смысл. Я думал, тут на самом деле спуски на уничтожение, но по факту, скорее всего, оно так и есть. Просто, блин, какие-то слишком слабые спуски для меня. Я привык, ребят, пожестче спуски. А давай вверх поедем. А поехали обратно. Опа! Ну что, сломали правила игры, друзья, поехали наверх. Давай, забираемся, забираемся, забираемся. И я хочу кое-что единственное еще попробовать. Мы здесь выходим. Здесь нам уже не надо. Вот, погнали здесь прокатимся. Че это у нас? Йоу-йоу-йоу, тихо-тихо. Что это тут такое? Как тут сесть? Как тут садиться? А как тут стрелять? Ой! Ой, я случайно! Ой, я не хотел. Ой-ой-ой. Все сломал. Просто все сломал. Ну что ж, ребят, в принципе, на такой забавной ноте мой сегодняшний видосик завершается. Я надеюсь, что вам все понравилось. Пишите, что мне еще позаписывать эти игрушки. Пишите, хотите видеть больше монстров Тревора Хендерсона. А также пишите свои советики. Я, конечно же, все сделаю. Ну а на этом у меня все. С вами по-прежнему был Овер. Огромное всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Хорошего настроения, болейте, успехов. Спасибо еще раз за просмотр. И пока-пока.